Ага. Это, по-моему, вторая. Вот символистка резко исчезла. Там я делала. Ребят, заканчивайте тренировку. Привет. Все, привет. Теперь больше уже здесь нельзя заниматься. Почему? А потому что коронавирус. Ну, я мне за что, блин, снимать? Вот постановление распоряжения губернатора. Я глава города. Ну, ничего. Ну, давайте ничего. Я вас тоже поснимаю. Ну, поснимаю. Да, мне нравится, город. Когда меня снимают. Да, мне тоже. Ну, вот послушайте, я к вам на вы. Да, ну вы мне сначала тыкнули, а потом вы мне вы говорите, что это за прикол. Я тебя не тыкнул. Вы мне сказали, ты коронавирус, в чем проблема-то? Я что, глухой, что ли, или что? Я тоже вас поснимаю. Зачем вы мне тыкаете, потом говорите, а вы что-то подходите, как-то пытаетесь войти. Ну, снимаете меня, я тоже вас могу здесь поснимать. Что, мне нельзя заниматься теперь, это коронавирус? Да вы лучше бы что-нибудь сделали полезное, не ходили с площадок и гоняли. Вы хотите поспорить с полицией? Да я не хочу спорить. И что мне спорить с полицией? Что, меня поспорить? Заберут? Да. Заберут? За чего? Да. Потому что вы сказали? За то, что вы нарушаете сейчас. Да, да, мне кажется, но вы не угадали его. Да что мне, что мне? Мне зачем это надо? Успокойтесь. Ну мне зачем? Я хожу, занимаюсь, мне что успокаиваться-то? Слушать ваши бредни эти. Ходить, прибежали, снимаете что-то все. Запрещено находиться. Все, я понял, я пойду в другое место заниматься. Да, потом сейчас приду через час сюда и ничего такого не будет опять. Че, зачем эта фикция? Для чего это? Для кого это клоунада? Это не клоунада. Это клоунада. Это не клоунада. Это клоунада. Вы можете так думать, что клоунада. Это, да, это все люди нормальные так думают, что это клоунада. Хорошо. Но это только вот вы и вот там телевизиончик что-то, блядь, придумываете, какой-то, блядь, пиар, блядь, приколы. Хорошо. Народ в ахуе, блядь, а вам похуй вообще всем, что происходит. Пиздец. Спасибо, блядь, вам большое за это интервью. Оно сегодня для нас было самым ценным. Да мне вообще поебать, если честно. Какой у вас лексикон классный, вообще, мэрами, боже, губернаторами, милицией, полицией. Это, и...